Это стол, за которым сидел сам Александр Сергеевич Пушкин и, возможно, писал свой роман «Капитанская дочка», когда находился в Казани в гостях у поэта-философа Баратынского. А стол этот, как видите, с секретиком. Об этих выдвижных ящичках угловых мало кто знал. Это потайное место для любовных писем. Когда эти угловые ящички задвинуты, выглядит это просто как полочка для книг.